я не знаю, как подобрать эти слова, которые сейчас есть, да, то, что мы потеряли нашего командира, двоих командиров наших мы потеряли. Но мы не потеряли их. Все равно у нас есть дальше командиры, которые мы должны и обязаны им подчиняться. Мы действуем дальше, согласно нашему внутреннему уставу ЧВК «Вагнер». И соболезнуем. То, что сейчас произошло, давайте держаться вместе.